Добрый день, дорогие друзья! Вот ведем нашу трансляцию неподалеку от мастерской Марата. И перед вами бревна, которые купил Марат недавно, и из которых он собирается делать скульптуры. Вот так это выглядит. Сейчас я пойду к нему в мастерскую и узнаю поподробнее об этих деревяшках. Я вижу, что он кору уже снял, вот кусочки еще валяются тут. Вот. Вот еще одно бревно довольно большое. И оно, я вижу, уже изъедено. Кора была жуками изъедена. Вот видно здесь дорожки, как они тут ползали. Ну, Марат всегда объясняет, что снаружи это могут быть вот эти вот гусеницы, которые поедают, но самую серединку они не в состоянии прокусить. Так что только белую часть они могут съесть. Заболонь, так называемая. Ну вот. Так что материал есть у Марата. Осталось только придумать, что будет с этим делать, какая скульптура здесь впишется, и работать.